сейчас находимся в моей розовенькой спаленке. Я очень не люблю этот цвет, потому что он соответствует моему характеру, моему стилю, моему настроению. Вот. Я такая же мягенькая, пушистая девочка. Такая же розовенькая, такая же сладенькая. В эту кроватку, конечно, тяжело попасть, хотя мне тут одиноко. Но я думаю, если ты постараешься, то все может.